начали стрелять сильно. Сначала ничего не попали, не ранили, а потом, когда ранили, муж упал на пол, открыл дверь и говорит: не стреляйте, пожалуйста, дети раненые, ранила детей. И жену кричит, ранила: пожалуйста, не стреляйте. Они достали вот такую большую. Знаю я. Такая большая. Хотели в машину. Я взяла детей и так вывела на дорогу показать, что, пожалуйста, кричали дети, я кричала. Ну, они сказали: идите сюда. Таким голосом. Мы подошли. Они с автоматов стоят и говорят: куда вы идете? Вы знаете, кто там? Вы что, сюда на смерть пришли? Сейчас, говорит, тебя, говорит, и жену твою положим здесь, а детей заберем. Дети плакали сильно, просили: не стреляйте. Говорит: быстро идите туда, и показывают в сторону Сартаны. Мы вам время даем, бегите. Как не людям к нам. И мы пошли. Да еще перед обстрелом дедушка шел. Тоже по Сартану надо было ему. Они убили прямо на глазах у нас этого дедушку. А трупы там лежат просто так, прямо по дороге.